В омском велотреке сегодня крутят педали сильнейшие гонщики со всей страны. Представительный старт Кубок России принимает наш регион. Параллельно спортсмены соперничают и за медали открытых всероссийских соревнований «Индия Спринт». С появлением такого спортсооружения, как наш велотрек, все чаще и чаще области доверяют проведение турниров всероссийского уровня. Наши спортсмены только начинают показывать свои лучшие результаты, потому что трек у нас стоит второй год, и вот мы сюда привозим, заказываем, не то что привозим, федерация здесь проводит, начинает проводить крупные соревнования, такие как Кубок России в данный момент проходил. Сейчас проходят всероссийские соревнования «Индия Спринт». Ребята тренируются, готовятся к следующим стартам. Рост, конечно же, есть, он и будет расти, если будет достаточное количество гонщиков. А гонщиков более чем достаточно. Конкуренция высокая. На Кубке России у ребят масса шансов зарекомендовать себя. В программе турнира сразу несколько дисциплин. Спринт, индивидуальная гонка преследования, гид с места на дистанции 200 метров и скретч. И здесь кому что нравится. Мне больше нравятся длинные дистанции, такие как скретч, гонка с выбыванием. Спринтерские дистанции мне не очень подходят. На этих дистанциях нужна мощь, которой не хватает мне. Пристрастия и возможности у всех разные. Что же касается омских гонщиков, они звезд с неба не хватают. Понимают, что для того, чтобы на домашней арене быть на голову сильнее соперников, нужны не дни и даже не месяцы серьезной подготовки. Ну, конечно, результаты выросли, и причем немало. Конкуренция сильно выросла среди даже омских спортсменов, не говоря уже про приезжих. Когда к нам кто-либо приезжает, мы готовы дать отпор, мы готовы выиграть даже. После 4 дней соревнований итог таков. Среди мужчин в Кубке России лидерами стали представитель Республики Крым Геннадий Генус, а также омский спортсмен Евгений Калмыков, завоевавший золото в скретче. У женщин омичка Дарья Сухорукова оказалась лидером в гите с места. Во всероссийских соревнованиях «Индия Спринт» золото в гите с места завоевал омич Илья Лушников. В Керене победителями стали Заки Султанов из Казахстана и омичка Дарья Сухорукова. В командном спринте фаворитами признали мужскую и женскую сборные Омской области.